Так, сейчас у меня распечатка посылки с Китая. Не знаю, видно или нет. Но, запечатано, в принципе, хорошо. Это вот такие светоотражающие ленточки. Нужны они для, особенно для велосипедистов, особенно для тех велосипедистов, которые или прохожих, у которых темная курточка, допустим, вас так вспоминают водители транспортных средств, которых вам не, вам не видно в темное время суток. Это вот такой гаджет, который, сейчас я его вскрою, чтобы было лучше, в принципе, его можно назвать гаджет, потому что с помощью него он просто на руку, на рукав одежды, на ногу можно одеть, на велосипед, на раму, просто вот так вот одел, и все, и теперь в ночное время оно светится, наверное, мне сложно вам показать, как это будет в темное время суток, но он такой отражающий. Значит, сейчас еще не совсем темно, вот я подсвечиваю фонариком, вот таким образом он светится, видите, вот таким образом светится синий, тут у меня синий, желтый и вот такой белый, он отсвечивает, ну, в принципе, со своей справляется, вот так вот, вот белая, видите, вот эта бумажка белая, а вот отсвечивает желтый, может быть, я даже сниму, когда ночью будет темно, ну, хорошо, отсвечивает, блестящий, хороший гаджет, рекомендую. Особенно для тех, кто ездит на велосипеде или ходит в темное время суток, для того, чтобы обезопасить себя и водителей, просто на одежду.